В эти дни прихожане католической, лютеранской и армянской апостольской церкви отмечают один из самых светлых христианских праздников – Пасху, символизирующую начало новой жизни, торжество добра и человеколюбия. Торжественные литургии состоялись и в Ташкенте. С первыми весенними ростками, цветением деревьев на ниве светлых помыслов и благородных устремлений в жизнь людей различных вероисповеданий входят праздники, имеющие схожие традиции и смысловую общность. Как и Навруз, на Востоке Пасха у христиан – начало новой жизни. В эти весенние дни католики и лютеране всего мира празднуют Пасху, или Великое Воскресение Христово. Верующие черпают в этом празднике силу и надежду, чтобы продолжать свой земной путь в мире, согласии и любви. Торжественные богослужения состоялись и в Узбекистане. Торжественная литургия в римско-католическом храме Ташкента началась с зажжения священного огня, символизирующего возрождение к свету после долгих ожиданий холодного периода. Передаваемый по цепочке святой огонь разжигал свечу надежды в руках каждого прихожанина старейшего костела столицы, чтобы вознеслись к небесам молитвы за здоровье людей в непростой для всей планеты период пандемии. Мир и процветание в каждом доме. Навруз тоже так показывает, что начинается что-то новое. Начинается весна, все живет, поднимается. Я думаю, что Пасха для нас, христиан, есть тоже этим, что действительно, что есть трудности, но есть Бог, который есть рядом с нами и помогает нам тоже увидеть и радость, и надежду, и прежде всего радоваться тем, что нас окружают те люди, которые есть вокруг нас. Конечно, это время, когда есть пандемия, когда коронавирус, и кажется, что многие из нас или болели, или кто-то там даже умер. Но я говорю, имеем ту надежду и просим Бога, чтобы помог тоже и это нам победить. Проживающие в Узбекистане представители различных религий и вероисповеданий, разнообразная по составу этническая картина, яркое подтверждение тому, что страна толерантна к вопросу религии, и любая конфессия чувствует себя комфортно, свободно исполняет свои главные канонические обряды. Толерантность для всего мира примерно одинакова. Другое дело, что у нас в Узбекистане это понятие, оно воплощено в самых ярких формах. То есть вот сегодня люди, скажем, не титульные религии, могут спокойно прийти, отпраздновать, поздравить друг друга и всех окружающих. Гостеприимно встречала прихожан на главное торжество церковного года и готическое здание немецкой кирхи в центре Ташкента. Нас во всем поддерживают и государство, и благодаря нашему правительству. И всегда с добротой относятся к нам и к нашей общине. Толерантность в нашем Узбекистане всегда существовала. Посетить этот исторический храм немецкой архитектуры стремится каждый зарубежный гость столицы, имеющий культурную общность. А принять участие в торжественной мессе по случаю праздника – событие вдвойне. Я уже второй раз в Ташкенте, но в Евангелической лютеранской церкви впервые. Очень впечатлен тем, как здесь сохраняются традиции празднования одного из самых главных торжеств во всем христианском мире. Дружба, мир и согласие – эта атмосфера царит повсюду. Праздник Святого Воскресения в Армянской апостольской церкви Ташкента заполнил сегодня атмосферу дня особой радостью Великого Торжества, где все подчинено главному – жить с верой в любовь и добро. События посетили многочисленные гости и представители армянской дипломатической миссии в Узбекистане. Мы очень благодарны узбекскому руководству за то, что можем здесь, на гостеприимной вашей земле, справлять наши праздники, поздравлять друг друга с Пасхой, главным христианским праздником. Армяне собираются, и это очень здорово. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих соотечественников с праздником Пасхи, пожелать благополучия, счастья, процветания. В этот особенный для всех христиан планеты день принято желать друг другу счастья, процветания, прощать обиды и вдохновлять на новые благие свершения. Для армян есть два родины. Это Республика Армения и Республика Узбекистана. Два родины есть. Как армяне, которые сейчас живут в Армении, как они отмечают, мы также тоже здесь отмечаем. И для этого поблагодарим государство Республика Узбекистана. Это большой дом, и все здесь живут с любовью и уважением. Древнейший и самый важный христианский праздник передаст эстафету православной церкви. Его посыл – это торжественный гимн жизни, самым главным и вечным ценностям на земле.